Животноводческий комплекс в селе Васильевка Белогорского района. Не так давно комплекс вошел в состав компании «Красная звезда». Директор предприятия, говорят работники, сразу начал наводить порядок. Собрал новую команду, кстати, взял на работу молодых и идейных специалистов. Им предложил достойный заработок и хорошие условия. От них же требуют исполнения своих обязанностей и честности. Сейчас в хозяйстве более 900 герифордов. Недавно на предприятии закупили 5 племенных быков-производителей. Провели работы по бонтировке скота, измерили все данные соответствия породе, присудили классность, провели и выбраковку. Подали документы на получение статуса племенного репродуктора. Если он будет получен, то амурские компании смело смогут покупать буренок в Приамурье, а не везти их из других городов России. Было полностью залит пол бетоном. Также сверху мы делаем настилы деревянные, как можете видеть, для того, чтобы здесь коровый скот отдыхал. Здесь у нас будут кормовые столы. Посередине будет проезжать кормораздатчик, уборщик. То есть все у нас будет механизировано. Также полностью сделана электропроводка, освещение, крыша теплая. И мы произвели дезинфекцию данного помещения. Также на ферме приводят в порядок помещение для скота. На предприятии подготовили несколько коровников, предродовое и послеродовое помещение для животных. А о здоровье буренок заботится ветеринарный врач. Конечно, самая моя главная задача – это не распространение инфекции, поэтому проводятся все лечебно-профилактические мероприятия, обработки, все вакцинации, которые непосредственно необходимы каждый год, каждые полгода. Теляткам, взрослому поголовью, бычкам. Также готовятся к зимнему стойловому периоду, повышение иммунитета телят, витамины, прививки, все вакцинации, все, конечно, проводится. Корм для коров на предприятии обеспечивают сами. У компании свои поля. Продукция идет на реализацию, а также на пищу животным. Уже сейчас подготовили более 3000 тонн сена. Завершают укладку сочных кормов, силоса и сенажа. Сами производят комбикорм. Кормосмеси производим, как сказала, уже из собственного сырья. Добавляем все необходимые минеральные препараты, витаминные препараты, пребиотики, соль, полностью укомплектованный корм для животных. Для телят у нас свои рецепты, для взрослого скота и быков-производителей свои. Кстати, в планах не только растить высокопородных коров для продажи, но и реализовывать мраморное мясо. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.